Так, ну что, с солнцем мы опоздали. Но несмотря на это, теперь мы можем четко рассматривать все детали. Экран будет виден. Кстати, вот оно, солнце у нас сегодня в Севастополе вот так вот выглядит. И на Xiaomi Redmi 4, да, и на iPhone я вижу одно и другое. Значит, сегодня у нас на рассмотрении две модели. Видео 4К я снимаю с iPhone SE, и видео Full HD я снимаю непосредственно с Xiaomi Redmi 4. Качество звука можно оценивать. Ну, наверное, я не знаю, как это будет выглядеть. Синхронизацию я буду делать, однако в данный момент, ну, в общем, будем работать без микрофона наружного. Все микрофоны находятся внутри камер. Так, сегодня будем рассматривать именно динамику этих камер, фокусировку, а также стабилизацию. Ну и давайте посмотрим сразу, как фокусируется на и фокусируется ли. Вот iPhone у нас фокусировался, ну и Xiaomi тоже, да? Хотя iPhone, да, интересно смотрится. На iPhone виден туман, а на Xiaomi почему-то тумана не видно. Интересно. Виден туман, да, друзья? Итак, господа, меня зовут Дмитрий Яковлев. И сегодня мы рассматриваем, опять же, лес в городе Севастополе на две камеры. На два телефона с возможностью съемки видео. Значит, модель телефона Xiaomi Redmi 4 снимает Full HD, и iPhone SE снимает 4K. Сейчас будем пробовать. 10-я попытка на мой, реально уже с моей стороны я принимаю 10-ю попытку, потому что не получалось у меня то одно, то другое. То забыл я включить автофокусировку на Xiaomi Redmi 4, то еще что-то забыл. Ну, в общем, такое дело. В общем, забываю я что-то с памятью моей, так сказать, стало. А вот, но несмотря на это, я, конечно, все равно покажу свои видео, которые были. Посмотрите, какое боке интересное, да? Вот, если мы разворачиваем вот так вот, допустим, iPhone, он боке делает чудесное. Ну, хотя, если бы и Xiaomi Redmi 4 непосредственно вот в таком же положении, допустим, мы делаем, и тоже Xiaomi Redmi 4 делает хорошее боке. Ну что? Что у нас насчет стабилизации? Или можно даже вот так вот медленно прокручивать. То есть я понимаю, что если мы делаем так, то, конечно, ни одна картинка не сработает, и качество будет никакое.